Смотрите в пятницу, 15 июля в 18:15 программу «Хочу домой» о животных, домашних и бездомных. Вы увидите видеовизитки. Три кошки и одна собака очень хотят уйти из приюта. Посмотрите, оцените и заберите их домой. Летний туризм с собаками. Несложная подготовка. И вы спокойны, и собака счастлива. Гости в студии – ветеринарный врач одной из ведущих клиник города Наталья Корбова и главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по рабиологии Татьяна Губанова. Говорим о важной теме – кто такой врач-рабиолог и почему так важно вакцинировать людей и животных от бешенства. Смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самаргиз» в пятницу в 18:15.